Здоровенькие были подписчики Мопеда Раритетовича, с вами снова Илья Механик. И сегодня мы наконец-то приступили к завершительной стадии сборки Стелла. В общем-то, прислушавшись совету дедушки Вагнера, благодаря моему брату, он мне сделал подгон. Я купил клей эпоксипол, вернее, он мне его купил. Пластиковое сваривание, как ни странно, он даже на украинском языке 10 хвилин. Вот, для меня это было удивлением. И, в общем-то, вы наблюдаете сейчас этот узел. Не знаю, тут освещенности хватит увидеть. Вон, да, видно в таком спектре, как этот клей размешан был на вот этой досточке беленькой, прилагающейся в комплекте. И обезжирена была гайка. Резьба на коленчатый волос маслом осталась. Это позволит потом этот узел разобрать. Сейчас закручено до упора. Попутно на ведущий вал коробки передач была попытка вставить шайбу от ремкомплекта на главный тормозной цилиндр, и если в курсе, там фотография будет прилагаться. Я даже ссылки, короче, кину, сейчас не могу найти. Но она оказалась перекаленная и не поддавалась изгибанию. Я хотел вот этот вырез ее нагнуть, а остальные усики загнуть на гайку. Она просто лопалась. И поэтому было решено взять обычную шайбу. Дальше я ее керном загоню в это отверстие и один край загну на гайку. Это уже все затянуто. Естественно, снималась головка и цилиндр, так как упор при затяжке делается при помощи рожкового ключа, вставленного между нижней головкой шипуна и картером. Вот. И сегодня были доделаны гайки. То есть она, кажется, была взята две из четырех гайки, распилены пополам. И заново переобжата головка после того, как была закручена гайка сцепления. Сцепление пока не собирал. Хай он остывает 10 минут недвижимо. Объем камеры сгорания тоже не замерял. Как все соберем, повторно все замеряем. Ну и, в общем-то, в ближайшие дни будем дорабатывать карбюратор. Это будет следующее видео по этому мотору. И делать запуск, долгожданный запуск и обкатку этого мотора. Так что спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ждите следующее видео и скоро стелла челлендж. Всем пока!